За кулисами музыкального шоу «Песни года» известный российский исполнитель Валерий Леонтьев неожиданно признался журналистам о том, что планирует завершить свою карьеру и покинуть отечественную сцену. Совсем скоро, 19 марта 2019 года, артист будет отмечать свой юбилей. Певцу исполнится 70 лет. При этом, он неожиданно для всех сделал громкое заявление о своей карьере. «Я хочу попрощаться со всей этой историей. Сколько же можно? Очень устал, буду просто лежать», – высказался исполнитель. Пользователи интернета и поклонники артиста стали гадать, что подвигло артиста на такой шаг. Ровно 5 лет назад, накануне 65-летия, он говорил совсем другое. «Периодически наступает такое состояние, когда думаешь, как же надоело все, как же достало. Потом отоспишься, отлежишься, получишь новые впечатления и опять впрягаешься. Нет, отдохнуть, конечно, люблю, но больше месяца не получается. Ведь пока есть зрители, надо выходить на сцену. А что делать? Лежать на диване и копить жир, болезни и недомогания». Возможно, проститься со сценой артиста убедила его живущая в Америке жена Людмила Исакович. Еще одной причиной могло стать состояние здоровья артиста, который только на сцене кажется всегда бодрым и заводным. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!